Lionsgate, SKE Films и Lakeshore Entertainment представляют. «31 декабря 2014 года. Такси движется по дорогам Сан-Франциско из Чайна-тауна в Марин. Единственный пассажир такси – женщина, урожденная Адалин Боуман. Ныне известная как Дженнифер Ларсон. Это первая и последняя глава ее истории. Век Адалин. Пожалуйста, постарайся не шуметь. Мой отец еще спит. Он работает по ночам. Заходи. Я как раз закончил с цветокоррекцией и вчера все напечатал. Нашел образец в интернете. И добавил пару изъянов. Это моя профессиональная фишка. Они немного пыльные, выцветшие, никто в жизни не придерется. Но почему 29? На твоем месте я бы точно скинул пару лет. Тебе больше 27 не дашь. Благодарю, Тони. Отличная работа. С тобой приятно иметь дело. Если кому-то из знакомых зачем понадобится... Зачем тебе это? Не понял. Ты умный парень, а ведешь нелегальный бизнес. 250 тысяч штрафа и 6 лет в тюрьме. Черт, ты коп. Нет, я далека от правоохранительных органов, насколько это возможно. Жаль, что ты растрачиваешь потенциал, Джефф. Тони, я Тони. Бейсбольные мячи в твоей комнате подписаны для Джеффа. Будь внимательнее. Мелочи всегда выдают. Тебе понравится на ферме. Чистый воздух, кругом леса и горные ручьи. Снова почувствуешь себя щенком. Ты знал, что твоя прапрабабушка родилась в тех краях? Как и моя. В разное время, разумеется. Ой, пора на работу. Городской архив, пожалуйста. Учтите, на Маркет-стрит пробка. Можно объехать по Калифорнии и Хайт. На Хайт ремонт. Тогда езжайте дальше до Гох, потом на Буш, оттуда на Полк, с Полк на Гроув и остановите на углу Маркет. Махнемся местами? Может, однажды. Дженни. Доброе утро. Здравствуй. Привет, Кеннет. Мы не ждали тебя сегодня. Канун Нового года как-никак. Но сегодня среда. Веселье начнется только вечером. А готова немного повеселиться прямо сейчас? Конечно, что это? Тебе понравится. Архив кинохроники его решили оцифровать. Поможешь подготовить к отправке? С удовольствием. ...1945, Вторая мировая война. 1924, смерть Ленина. ...1906, новости года, кинохроника Эдисона.
Поездка по Маркет-стрит, Сан-Франциско, 1906. Небывалое землетрясение в Сан-Франциско, больше 1000 погибших. Первый новорожденный года. Адалин Мари Боуман. Родилась в 0 часов 01 минуту 1 января 1908 года в роддоме Сан-Франциско. Единственная дочь Фэй и Милтона Боуманов. Начало строительства моста «Золотые ворота». 16 июня 1929 года, когда Адалин Боуман и ее мать решили взглянуть на строительные работы по возведению моста, который будет закончен через 3 года, один юный инженер проявил необычайную галантность. Восемьдесят семь дней спустя Адалин вышла замуж за Кларенса Джеймса Прескотта в часовне Девы Марии в Сан-Франциско. Отлично, замечательно. 3 года спустя у Адалин родилась дочка. Ее назвали Флеминг в честь бабушки по материнской линии. 17 февраля 1937 года 8 рабочих и 2 инженера погибли при обрушении строительных лесов на мосту «Золотые ворота». Среди них был и муж Адалин. Через 10 месяцев после смерти мужа, когда Адалин направлялась в родительский пляжный домик на севере штата, где ее ждала 5-летняя Флеминг, произошло нечто невероятное. Можно даже сказать, волшебное. В графстве Сонома в Калифорнии выпал снег. Погружение в ледяную воду привело к тому, что тело Адалин испытало гипоксический шок. Ее дыхание прервалось, а сердцебиение замедлилось. За 2 минуты температура тела Адалин Боуман опустилась до 30 градусов. И ее сердце перестало биться. В 8:55 в машину ударила молния, выпустив 500 миллионов вольт электричества и 60 тысяч ампер тока, оказав тройной эффект. Первый заряд сработал как дефибриллятор для сердца Адалин. Второй вывел ее из состояния шока, подарив ей первый глоток воздуха спустя 2 минуты. И третий. Согласно закону фон Лемана о компрессии электронов в дезоксирибонуклеиновой кислоте, которому еще предстоит быть открытым в 2035 году, тело Адалин Боуман стало неподвластно ходу времени. Отныне она больше ни на день не состарится. Мир,
Япония безоговорочно капитулировала. На протяжении нескольких лет Адалин объясняла свою молодость совокупностью правильного питания, упражнений, наследственности и удачи. Адалин? Мириам, здравствуй. Невероятно, ты потрясающе выглядишь. О, приятно это слышать. Флеминг, ты уже совсем взрослая. Об этом я и говорю маме, но она мне не верит. Ну, дорогая, мне жаль, но нам и правда пора. Вы выглядите как сестры. Перестань, а то зазнаюсь еще. Как такое возможно? Новый крем для лица из Парижа. С экстрактом молочка пчелиной матки. Дорогая, нам пора. Была рада повидаться. Ситуация осложнилась всего неделей позже, когда законопослушная Адалин случайно нарушила правила дорожного движения в тихом пригороде. Мэм, здесь написано, что вы родились 1 января 1908-го. Все верно. Значит, вам сейчас 45 лет? Да. Мэм, я должен это изъять. Когда придете в участок забирать права, принесите свидетельство о рождении. Да, с радостью, офицер. Я приду за ними завтра. Хорошо. Вскоре после этого Адалин вернулась в Сан-Франциско и устроилась секретарем в медучилище. Вертиго и головокружение. H.H. Highland. Там она смогла полностью погрузиться в изучение своего состояния. Спустя год непрерывных исследований Адалин Боуман пришлось признать тот факт, что для ее случая не было абсолютно никакого научного объяснения. Вы являетесь членом коммунистической партии? Или являлись членом коммунистической партии? Адалин? О, простите, боюсь, вы обознались. Мы из Федерального бюро расследований, мисс Боуман. И хотели бы задать вам несколько вопросов. Но я ничего не сделала. Как вы смеете поджидать добропорядочную гражданку возле ее работы? Нам очень жаль, мэм. У нас не было вашего домашнего адреса. Пройдемте с нами. Вам не о чем волноваться, мисс Боуман. Мы просто проведем несколько экспериментов. Тебя спросят, скажи, что я уехала отдыхать в Европу и не вернулась. К следующей нашей встрече у меня будет новое имя, но я навсегда останусь твоей мамой. А для остальных я буду твоей подругой. Мама, не надо. Другого выхода нет. Держи. Чтобы обезопасить себя и свою дочь, Адалин поклялась менять место жительства, имя, адрес и внешность каждые 10 лет. И ни при каких обстоятельствах не раскрывать другим людям свою тайну. Через 7 недель, когда Дженнифер Ларсон исчезнет навсегда,
а Сьюзан Флайшер обоснуется на ферме в пригороде Эштона, штат Орегон. Адалин Боуман, за исключением одного момента слабости, будет хранить свою тайну вот уже 60 лет. Привет, Рейган. Аманда, надеюсь, ты все-таки придешь. Ты уже спрашивала. Не доверяешь мне? Я не могу поверить, что у тебя нет планов. Разумеется, нет. Заехать за тобой в 8? Именно поэтому я и звоню. Гранд Отель на Ноб-Хилл пришлет машину за мной. Надо же. Ты когда-нибудь встречала там Новый год? Лишь однажды. Давным-давно. Думаю, там шикарно. Тогда начну собираться. До встречи. Пока, Рейган. Проголодался? Нет? О, ты хочешь пойти со мной на бал, верно? Прости, это вечер для девочек. Благодарю. С Новым годом. О, привет, Аманда. Это ведь ты сейчас хлопала? Как ты догадалась? Ты хорошо воспитана. Нас таких двое. Да. Давай выпьем. Скажи, что я пропустила? А, ничего особенного, простая болтовня. Забавно. Неважно, сколько тебе лет, а новогодняя ночь всегда остается той, когда все возможно. Какое загадала желание? Как обычно, найти любовь. А ты? Прожить этот год как будто последний. Ну, все может быть. В нашем-то возрасте. К черту это. За жизнь. Внимание, холостяк справа рвется в бой. Опиши его. Брюнет с голубыми глазами, 30 с чем-то. Почему к нам с тобой всегда клеятся дети? Тихо, он здесь. Добрый вечер. Хищниц, не боитесь? Знаю, мы очень молодо выглядим, спасибо. Как вас зовут? Дейл Дэвинпорт. Дейл художник. Правда? Ну, не из состоятельных, так как не хочет принимать помощь от своей богатой семьи. Извините, мы знакомы? Нет, нет, нет. Дело в ваших часах Cartier, одна из первых моделей. Полагаю, их вам подарил ваш состоятельный дедушка? Прадедушка, но как вы узнали, что я пишу? У вас все руки в краске. Нетрудно догадаться. Что ж, Пикассо, присядь, мы тебя угостим. Спасибо. С Новым годом. С Новым годом. И вас. Алло. Спасибо, милая. О, нет, нет, петь не надо.
Пожалуйста, прошу, не пой. Дней рождения мне хватило. О, а где ты? Никуда не пошла. Я тебя не виню. На завтра все в силе? Отлично. Выспись хорошенько. Люблю тебя. Пока. Где бы он ни был, надеюсь, он придумал хорошее оправдание. Простите, не хотел вас напугать. Может, вы слышали о такой традиции? Если ты один в новогоднюю ночь, нужно поцеловать незнакомца. Вот черт. Значит, слышали. Однажды от молодого Бинга Кросби. Шутка. С Новым годом. Я слишком стара для этого. И еще рано, не уходи. Я позвоню завтра, расскажу, что я пропустила. Люблю тебя. Пока, дорогая. Это научит меня не совать руки, куда не следует. Что-то я в этом сомневаюсь. Знаете, это было рискованно. О чем вы? Не представиться, прежде чем уйти. Я Сорвиголова. А я Элис. Приятно познакомиться. Как остров? Как человек. А я Дженни. Как стишок? Нет, я устал или опечален, и богатств как не бывало. Я старею, но зато Дженни меня поцеловала. Кто это написал? Наверное, какой-то романтик. Но вы не уверены? Нет, я уверен, но не хочу показаться всезнайкой. Очень жаль. Я обожаю всезнайк. Так... Куда вы направляетесь? Туда, где лучше кормят. К себе домой. А вы? Назад на вечеринку. Я лишь хотел проехать с вами 27 этажей. О, это было рискованно. Почему? Вы оставили вашу подругу, надеюсь, это того стоило? О ком вы говорите? Ну, перестаньте. Та красивая женщина в синем. Ее фамилия случайно не заканчивается на Кова? Нет. Ее имя Агнес Бокс. Шеф-повар ее дядя. Я передам, что вам понравилась еда. Она не моя девушка. Такси, мам? Да, будьте добры. Доброй ночи. О, я подожду с вами. Чтобы узнать, где я живу? Так будет проще прислать вам цветы. Ясно. Спасибо, но обойдусь. Прощайте. Было интересно познакомиться. Спасибо. Стойте! Опять вы суете свои руки куда не следует. Как с вами связаться? С Новым годом, Элис. Можем ехать. Опоздала? Не больше обычного. С днем рождения, мама. Спасибо, дорогая. Я так рада тебя видеть. Можешь уже не дарить мне открытки. Люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Так когда ты планируешь вернуться? В последнюю неделю февраля. Точно, по расписанию. А как же? Ты забыла про мой совет насчет соли? Нет, я намеренно его игнорирую. Кстати, я тоже подумываю переехать. Тебе же нравилась твоя квартира. Верно, но в том доме нет лифта.
На прошлой неделе Кей Альфонсо упала и сломала бедро. Врачи говорят, она так и останется в больнице. А на следующий же день мне позвонила Молли Эндрюс и рассказала о чудесном доме престарелых в Аризоне. Она переехала туда прошлой весной и говорит, в жизни не была счастливее. Что такое? Я купила дом в Орегоне, чтобы быть ближе к тебе. И чтобы ты могла чаще наведываться в гости, а со временем и переехать ко мне. Мы не живем вместе со времен колледжа. Но ты не становишься моложе. А если в Аризоне с тобой что-нибудь произойдет, если ты заболеешь? Буду надеяться, что ты приедешь и позаботишься обо мне. А если не успею? Нет. Нет. Хватит об этом. Сегодня твой день рождения. Это же праздник. Я чуть со стула не упала. Над чем вы двое хихикаете? Отличные новости. Мистер Джонс жертвует нашей библиотеке первое издание классических произведений на $50,000. А какие книги он жертвует? Скоро узнаем. Нам звонили из офиса. Сказали, что он лично их сюда привезет. Здравствуйте. О, нет. Я Элис. О, отлично. Добро пожаловать, благодарю, мистер Джонс. От имени Общества охраны наследия Сан-Франциско я выражаю вам огромную благодарность за этот щедрый подарок. Я оставил книги на пункте приема. Их скоро принесут. Если вы не против, мы хотели бы сфотографировать вас с вашим пожертвованием. Да, да, конечно. Дадите мне секундочку. Привет. Это я. Всезнайка. Что ты здесь делаешь? Принес тебе кое-что. Букет цветов. Дейзи Миллер, Генри Джеймса. Вино из одуванчика Фрея Брэдбери и белый олеандр Дженнет Фич. Остроумно. Как ты узнал, что я здесь работаю? Я в совете директоров. Видел, как ты уходил из конференции. А, мог бы сказать об этом в лифте. Будь здание повыше, возможно, я бы успел об этом рассказать. Не знаю насчет тебя, но я готов к пожертвованиям. Отлично. Жду здесь. Я хочу, чтобы ты приняла книги от имени библиотеки. Прости, но я не могу этого сделать. Можешь. Я не хочу, чтобы меня фотографировали. Не волнуйся, выглядишь потрясно. Дело не в этом, просто я не люблю, когда меня фотографируют. Как скажешь, если ты не примешь книги, я не стану их жертвовать. Ты серьезно? Абсолютно. И даже сожгу одну. Я правда не люблю, когда меня фотографируют, Элис. Так, хорошо. Поступим иначе. Сходи со мной на свидание. Нет, это невозможно. Ну, тогда я забираю книги. Проехали, забудь. А куда? Туда, где ты не была. Я думаю, в этом городе таких мест нет. Посмотрим. На обратном пути оставьте сапоги у выхода. Я буду ждать снаружи. Хорошо. Спасибо, Том. Пожалуйста. Ладно, я сдаюсь. В первый год золотой лихорадки почти 60 тысяч человек прибыли в Сан-Франциско на кораблях. И многие искатели сразу побежали в горы, бросив свои лодки. Сотни кораблей были брошены на берегу. Центр Сан-Франциско был построен прямо на них. Я этого не знала. Недавно городские службы нашли это, когда прокладывали коммуникации. Поразительно. Разве не красавица? А это... Да, это лодка. Ого! Просто невероятно. Работы сразу же прекратили. Мы хотим, чтобы это место стало достоянием общественности. Мы? Общество сохранения исторического наследия Сан-Франциско. Да, и угадаю, ты в совете директоров. Да, в совет стали брать кого ни попадя.
откуда у тебя столько денег? Наследство? Удача. И я изучал математику в колледже, а в свободное время разрабатывал алгоритм для анализа климатических данных. А мой сосед предложил использовать его для экономических прогнозов. В общем, мы открыли фирму в своей общаге, а через 3 года продали ее. Сосед потратил свою половину на дом на Фиджи, а я свою трачу на это. Твоя работа – отдавать деньги. Да, вроде того. Но когда хочешь сделать мир лучше, это не так просто, как кажется. Расскажи мне о себе. У меня есть собака. Хорошо. Мне уже пора домой. Мы даже не поели. Уже поздно, Элис. У меня был всего час. Хорошо. Тогда позволь тебя проводить. Спасибо за все. Хочу, чтобы ты знал, я переезжаю. Ясно. У меня идея. Я расскажу тебе шутку. Если засмеешься, то до переезда сходишь со мной еще на одно свидание. А если не засмеешься, я пойму, что мы несовместимы и отстану. Уморительная должна быть шутка. Самая смешная из существующих. Но она глубокая и утонченная, так что ты вряд ли поймешь. Да, маловероятно. Тебе нравится бейсбол? Да, обожаю. Хорошо. Так вот, однажды в Фенвей парк Тед Уильямс... Ты знаешь, кто это? Ну, естественно, колотушка. Средние очки в беттинге 0,344, так? Что? Да, этот Тед Уильямс. Да. В общем, он гуляет по парку, и тут к нему подходит лошадь и говорит: «Я хочу играть за Сокс». Что, настоящая лошадь? Настоящая лошадь. Угу. И Тед такой: «Хорошо, что ты умеешь?» А лошадь ему: «Я отбиваю, как ты, только намного лучше». Конь берет биту в зубы, и Тед говорит: «Ладно», бросает пару мячей, и действительно... Га! 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 Мяч на трибуне. Ну, Тед такой: «Ого! А что еще ты умеешь?» А конь говорит: «Я могу делать шорт-стоп». Тед подает ему пару низких мячей, и действительно, конь... Как пылесос. Да. Ну и Тед такой: «Ого! А подавать умеешь?» А конь смотрит на него и говорит: «Подавать? Где ты видел подающую лошадь?» Да! Да! Леди и джентльмены! О, нет, сердце тише. Дамы Хорошо, покорилось! Это худшая шутка из всех, что я когда-либо слышала. Благодарю. Это был не комплимент. Ужин во вторник. У меня. Дом 303 по 18-й улице. 8. Хорошо. Доброе утро, мисс Ларсон. Рад снова вас видеть. Здравствуйте. Итак, чем могу быть полезен? Я хочу добавить получателя средств со счета. Можно узнать причину? Я уезжаю путешествовать. Путешествовать? Хорошо. Сейчас принесу все бумаги. Всем этим компаниям мы дали очень высокий рейтинг. Что это? Halloid Photographic Company. Уже 50 лет на рынке. Производят фотобумагу и оборудование. Разрабатывают нечто под названием электрофотография. Готовят революцию в бизнесе, но быстрых результатов не ждите. Потребуется несколько лет. Ничего страшного. Не обидно замораживать инвестиции? Я не тороплюсь. Надо же, они сменили название. Теперь они зовутся... Какое-то слово начинается на «Х». О, это греческий. Произносится ксерокс. Ксерокс. Начнем, пожалуй, с чековой книжки. Назовите имя консигнанта. Сьюзан Флайшер. Сьюзан Фла... Ф... Л... И краткое. Ш... Е... Р. Я приготовила тебе форель. Если мы собираемся жить на ферме, нужно привыкать к другой еде. Так что съешь все. Ты меня понял? О, молодец. Так.
помешала? Эй! Я уже решил, что ты не придешь. Нет, просто не могла такси поймать. Привет. Привет. Позволь твое пальто. Хорошо. А твоя квартира, она... В разрухе? Да. Сложно было не заметить. Это креативное решение? Нет. Стены нужно красить и штукатурить, прокладывать проводку, но я все делаю сам, так что это займет время. Кажется, наш ужин горит. А. Чувствуй себя как дома. Садись, расслабься. Хорошо. А что ты готовишь? Это деликатес, который, честно сказать, оценят не все. Так что, надеюсь, тебе понравится. Ты готова? Барабанная дробь. Вуаля! Выбирал между этим и фаршированными перепелками. Надеюсь, ты не разочарована. Я в полном восторге. Да. Налетай. Хорошо. Ну как? Не так ужасно, как эта музыка. Тебе не нравится джаз? Нет, я обожаю джаз, но это не он. Мама выросла в Мэйне. Истинная американка. Милая, но заноза в заднице. А отец, напротив, витает в облаках. Буквально. Он астроном. Преподавал в Стэнфорде. Известен тем, что открыл какую-то необычную комету. Необычную в каком смысле? У нее математически идеальный перигей. Согласно его расчетам, она должна была пройти мимо Земли зимой 81-го. Прошла? Нет. Нет, не прошла. Но мы продолжали ждать ее каждый год. Это был как ритуал, пока я рос. Отец все еще ждет. Еще один бокал вина, и я ее тоже увижу. О, нет, нет, спасибо, не надо. Да ладно тебе, у итальянцев даже поговорка есть. Ани аморе e bicchiere di vino non ci canto mai. Годы, любовники, вино, чашки. Годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Как верно сказано. Прекрасный вид. Благодарю. А мне нравится, как ты читаешь. Что? В первый раз, когда я тебя увидел, ты читала. На тебе было синее платье, а волосы были убраны назад. А в руках ты держала книгу шрифтом Брайля. Я остановился посмотреть. И долго ты смотрел? Достаточно, чтобы понять, что ты не слепая. И что мы должны познакомиться. Я не знал, когда и как, но знал, что должны. Кажется, я помню тот день. Да, это была книга на норвежском, и из-за умляутов над гласными ее было почти невозможно прочесть. Ты шутишь? Да. Ты шутишь? Да, 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 разумеется. Это был Брайль для начинающих или для детей, что-то в этом роде. Я ведь поверю всему, что ты мне скажешь. Я ничего о тебе не знаю. Так будет лучше. Нет. Не будет. Скажи мне что-нибудь такое, что я буду помнить вечно.
Доброе утро. Ну все, убери руки, некоторым из нас нужно работать. Ясно, ты держишь меня в заложниках. Мы еще увидимся. Там точно никто не говорит по-английски или испански? Нет, я с ним поговорю. Эу кверте компрале купе. Я пойду. Нет, постой. Уно моменто, пор фавор. Дай мне минутку, я пытаюсь уладить вопрос на португальском. Не могу. Что ты пытаешься сказать? А, что Rainforest Trust хотят купить 5000 акров. Ты не то говорил. Держи. Спасибо. Костария монсте компрар синкоми акрес. Бабон? Очимо. Ошейка стану когео. Моинто бригада, сеньор. Я уже опаздываю. Что, это все? Забудь. С вас $1.50, мэм. Мэм. Я передумала. Поезжайте дальше, пожалуйста. Хорошо. Крис? Малыш, ты в порядке? Все хорошо, милый? Уровень креатина в его моче слишком высокий, а это значит, что у него отказывают почки. Токсины накапливаются слишком быстро, и тело не справляется. Ему очень больно. Сложно сказать. Как бы вы поступили на моем месте? Я бы вспомнил о том, какую чудесную жизнь он прожил. И как вам повезло, что вы нашли друг друга. Можно мне побыть с ним наедине, пожалуйста? Конечно.
Дженни! Что ты здесь делаешь? Я тебе звонил, но... Где ты узнал мой адрес? В библиотеке. Прошу тебя, не сердись. Я не знал, что делать. Моя собака заболела. Пришлось усыпить. О, нет. Мне так жаль. Тебе следовало подождать, пока я позвоню. Но, Дженни, мне... Я не просто так скрываю свой адрес. А мне жаль, честно. У нас ничего не выйдет. Я переезжаю. Ты серьезно? Здрасте. Это вам. Прежде чем переехать во Флориду, Барбара Айрланд раздала все свои книги. Эту книгу я бы ни за что не отдала. Что ж, похоже, не только я поддалась ностальгии. Ты прожила замечательную жизнь. Да, мне тоже так кажется. Жаль только, что тебя в ней было так мало. И мне жаль. Помнишь, да? 1944-й, я была на третьем курсе. Последнее фото, где мы вместе. Ну что ж, ты ни капельки не изменилась. Что есть, то есть. В чем дело? А? Что случилось? Я устала все время бежать и лгать хорошим людям. Так перестань. За тобой больше никто не гонится. Все, кто мог хоть что-то знать, давно умерли. Нельзя вечно избегать людей. Тебе разве не бывает одиноко? Ты так давно не любила? Любовь невозможна без будущего. Ты о чем? У тебя только и есть что будущее. Я говорю о совместном будущем. Вдвоем встретить старость. Без этого любовь приносит боль. Так у всех людей. Сколько раз мое сердце было разбито? Много. Мне бы твою внешность и энергичность, я бы завтра уже влюбилась. Серьезно? Я кое-кого встретила. Что? На Новый год он ворвался ко мне в лифт. Почему мне не сказала? Потому что знала твою реакцию. Не слишком радуйся, я сказала, чтобы он оставил меня в покое. Это было ужасно и жестоко. Скажи ему, что сожалеешь, что это была ошибка. Не могу, я уезжаю. Ты едешь в Орегон, а не в Тимбукту. Пожалуйста, сделай это, если не ради себя, то ради меня. Прошу. Здравствуйте. Слушаю. Я пришла к Элису Джонсу, мне не назначено. Посмотрим, что можно сделать. Ваше имя? Мне очень жаль. Мне очень. Мистер Джонс, к вам посетитель. У вас есть имя? Дженнифер Ларсон. Отлично. Передайте ему, что я пойму, если он не захочет видеть меня. Я просто хотела извиниться. У меня в жизни все очень запутано, причем уже очень давно, и к тому же был не самый удачный день. А теперь я поняла, как добр он был ко мне, но я была слишком глупа, чтобы принять это, но я стала умнее, поэтому я очень хотела бы перед ним извиниться. Хорошо. И спросите, не хочет ли он спуститься и дать мне... возможность исправиться, пригласив его на свидание. Пожалуйста. Тут Дженнифер Ларсон. Она хочет сказать, что... О, вы слышали. Хорошо, я спрошу. Куда вы его отведете? Туда, где он никогда не был.
Дженни. Пойдем. Ты же не думаешь, что я раньше не бывал на авторазвалах? О, не кипятись. Это место не то, чем кажется на первый взгляд. Это была самая популярная синематека во всем городе. Кинотеатр? Да. В 30-х годах женщина по имени Мэри Элизабет Вудс прочитала статью о магнате, который создал кинотеатр под открытым небом в Кэмдоне, штат Нью-Джерси. Угу. И, конечно же, ей захотелось иметь такой в Сан-Франциско. Все считали ее чокнутой, что было правдой. Она спала со всеми подряд и вела себя так, словно она лучше остальных, хотя на самом деле... Неважно. Местный закон запрещал создание подобного кинотеатра, поэтому она поставила здесь машины, а экран был вон там. Это было невероятно. Наверное. Готов к самому интересному? Конечно. Хорошо, смотри наверх. О! Она установила фотолюминесцентные нити в потолке. Там можно даже увидеть созвездие. Разве не прекрасно? Да. Что ты делаешь? Залезай. До дна. Парадокс заключается в том, что чем совершеннее наши технологии, тем более отдаленные мы видим звезды. Но мы смотрим не в будущее, а в прошлое. На события, чей свет нас еще не достиг. Не понимаю, почему так мало людей заботятся о прошлом? В будущем есть свои прелести. Может, поговорим о нашем? Элис. Не об отдаленном. Я про эти выходные. Что ты предлагаешь? Мои родители собираются праздновать 40-ю годовщину их свадьбы. Они живут в пригороде. Поехали со мной. Хорошо. Можно я поведу? Боже правый! Не часто увидишь Сааб в гонке Формулы-1. И тому есть причина. К твоему сведению, там есть еще такая квадратная педаль слева. Не понимаю, о чем ты говоришь. О, господи! О, извините! Это не смешно! Будь добра, остановись, подвезем ее. Не хочу получить в спину ножом. Это моя сестра. О! Прости. Как дела, мелюзга? Подвести? Догадайся. Как дела? Хорошо. Привет. Отходи давай. Все еще водишь эту развалюху, да? Да, тоже рад тебя видеть. Кики, это Дженни. Дженни, это моя сестра. Очень приятно. Взаимно. Предупредила бы, что поедешь на автобусе. Забрали бы тебя со станции. Я 2 месяца не пользуюсь телефоном. И что послужило тому причиной? В знак протеста против участия компании сотовой связи в разработке оружия. О, Кики выпускница Беркли. А. Значит, это новенькая, а? Уже переспали? Да, 10 минут назад на заднем сиденье. Так что это за девушка? Они вместе работают? Я лишь повторяю то, что сказала Элис.
Спасибо. Красавица, которая работает в библиотеке. Может, она любит книги и тишину? А может быть, она узнала в интернете про его состояние и специально устроилась работать туда, чтобы подобраться к нему. Думаю, так и есть. Что-то они опаздывают. Убери со стола. Они приехали? Да, я понял. Как я выгляжу? Превосходно. О, наконец-то! Привет, мам. Привет, милый. Выглядишь чудесно. Смотри, кого мы подобрали подарок. Привет, малышка. Мам, это Дженни. Здравствуйте. Приятно познакомиться. Мне тоже. Вы, наверное, утомились с дороги. О, нет, ничуть. Мы доехали где-то за 18 минут. Хватит так шутить. Я не люблю, когда он гоняет. Это не я, это Дженни, ну, клянусь. Хватит. Она считает, что я бессмертная. Давайте я заберу пальто. О, конечно, благодарю. Я вас носила. Вы что, забыли, где мы живем? Нет. Это мой отец, Уильям. Папа, это... Адалин. Нет, я Дженни. Пап, ты чего? Извините, просто вы очень похожи на одну мою знакомую. Адалин Боуман. Это моя мать. Вы серьезно, правда? Да. Невероятно. Вы знали ее? Да, да, то есть мы были близки, я познакомился с ней в Лондоне. Да, точно, она жила там в 60-х, а потом она переехала в Париж и встретила моего отца. Непостижимо, вот это совпадение. Да уж, невероятно, сходство просто поразительное, наверное, вам часто говорят. Я слышу это постоянно. Да, мы были очень близки. Я это уже говорил. Ты никогда мне не рассказывал о ней? А, нет, мама, может, ты забыла. Нет, просто... нет, нет, я помню всех твоих близких друзей. Как она поживает? Она умерла 6 лет назад. О, Боже. Мне очень жаль. Она потрясающая женщина. Ну что ж... Похоже, это семейное. Идемте, садитесь за стол, будем ужинать. Да, я сделала чизкейк. А, если честно, мы немного устали. Мы пойдем наверх, если вы не против. Я тоже. И ты? Располагайтесь. Постелю тебя в детской спальне. Пойдем. Ты спишь в детской. Доброй ночи. Добрый. Был рад познакомиться. Взаимно. Пап. А, иди сюда. Сладких снов, милая. Еще немного и зальете свечи. Спасибо, благодарю за ценный совет. Или вам нравится торчать на солнцепеке? Прошу прощения, я уже все испробовала, чтобы завести мотор, но не получается. Снимите с ручника, я буду толкать. Потом отпустите сцепление, и машина заведется.
Хорошо. Спасибо. Готовы? Готов. А вы? Да. Отлично. А теперь отпустите сцепление. Спасибо! Не за что. Следующие 5 недель они провели вместе. И Адалин сделала то, что пообещала себе никогда не делать. А ведь ты так и не сказала свое имя. Адалин Боуман! Но друзья зовут меня Делла. Красивое имя. Спасибо. Спустя 3 недели семестр подошел к концу, и Уильям вернулся домой в Соединенные Штаты. Адалин полетела с ним. Привет. Как спалось? Отлично. Хорошо. Извини насчет вчерашнего. Я не хотел тебя смущать, наверное. Я просто схожу с ума. Все в порядке. Привет. А сколько ты лег? Не слишком поздно. Я зачитался. Доброе утро. А где Дженни? Спустится через минуту. Она всю ночь не могла заснуть. О. Расскажи нам, как вы познакомились? Мы встретились на Новый год в лифте. Хотите кофе? Нет, спасибо. Но увидел я ее еще раньше. Садись. В библиотеке. Она читала книгу для слепых, и я сразу понял, что она особенная. Держи, милая, как и ее мама. Как ты познакомился с ее мамой? На проселочной дороге в пригороде Лондона. Ее машина сломалась, а я помог ее починить. Так она была англичанкой? Нет, она приехала изучать французский. По-моему, она говорила на 4 языках. Около того. Ого. Да. Дженни, кстати, тоже полиглот. Правда? Угу. Сколько тебе было, когда вы познакомились? Мне было около... Так, это был 2-й курс медучилища, значит, мне было 26. Я тогда думал бросить медицину. Совсем. Но я боялся, что слишком стар, чтобы начать все сначала. Я рассказал об этом Адалин, а она лишь посмеялась надо мной. Сказала, дерзай, не будь идиотом. Жизнь слишком коротка. Если бы не она, я бы никогда не познакомился с астрономией и физикой. Она была лишь на 2 года старше меня, но при этом очень мудрой и такой утонченной. Она... В чем дело? Достаточно, Уильям. Что? Что происходит? По-твоему, это забавно? О чем ты? Что я такого сделал? Вы были очень близки. Очень близки. Ты уже мне 2 раза об этом сказал. Ты бы видел свое лицо, когда говоришь о ней. Собрался все выходные по ней ностальгировать. Милая, просто она так похожа на свою мать, что я начал вспоминать вещи, про которые даже не помнил. Мне не нравится чувствовать себя ее заменой. Что ты несёшь? Особенно в наш праздник. Заменой? Да. 40 лет в браке. Серьезно? Замена? Нет. Дорогая, ты
ты делаешь из мухи слона. Правда? Ревнуешь. А? А? На самом деле, да. Ну что ты, милая, это было давно и мимолетно. По твоим словам и не скажешь. Я тебя люблю. Я тебя тоже люблю. Иди ко мне. Бегу. Не самый романтичный уикенд. Спасибо, что держалась молодцом. А как же? Обещаю все исправить. И извини за отца, неловко вышло. Он милый. Твоя мама, наверное, была невероятной. Да, это точно. Кики! О, это было очень громко. Предупреждаю, папа выиграл уже 47 игр подряд. Столько денег вложено в твое образование, а ты до сих пор мне не ровня. Ты раньше в такое играла? Нет, ни разу. Кики, скорей! А это обязательно? Да! Твоя задача собрать все эти кусочки. Торта. Это сыр. Это кусочки. Победит тот, кто первый соберет из них круг. Понятно? Большинство вопросов про всякие глупости. То бишь ненаучные. Да, вот к примеру. 22 июня 1938 года этот американский боксер вернул себе титул чемпиона, нокаутировав Макса Шмелинга в первом раунде. Да, это сложный вопрос. Да. Точно. Что скажешь? Сони Листон? Джо Льюис. Ну, ты почти угадала. Спасибо. Да. Неплохо. Женщина и бокс. Мило. Ну что, начнем? Прошу прощения. О, что знаешь, что? Ты сам напросился. Да, мы играем в команде. Вот, кидайте кости. Поехали. Вот так. Начнем. Женщинам розовый. Женщинам розовый? Кто был первым американским президентом, родившимся в больнице? Джимми Картер. Джимми Картер. Что, съели? Новичкам везет. Я так не думаю. Следующий вопрос. Когда и где впервые был продемонстрирован хула-хуп? В 1956-м на Всемирной выставке в Шенектаде, Нью-Йорк. 56-й год, Всемирная выставка в Шенектаде, Нью-Йорк. Невероятно! Отлично! Здорово! Сыр. Торт. Кусочек. Так, ну что, за дело? Как волнительно. Ты чувствуешь? Это твоя победная серия пахнет жареным. У нас даже есть семейная шутка. Что случится раньше? Папа проиграет в интересные факты? Или Делла, наконец, объявится? Делла? Помнишь, я рассказывал тебе про комету, которую открыл мой отец? Он назвал ее Делла C-1981. В честь моей тетушки Адель. Ну что, играем? Поехали. Да, пап, читай. Хорошо. Дженни, победный вопрос. Президентом какой страны предложили стать Альберту Эйнштейну в 52-м году? Израиля. Израиль. Титул безвозвратно потерян. Потрясающе. Не волнуйся, мы все равно тебя любим. Ну, как ощущения? Тебе грустно? Справлюсь. А теперь посмотри на вторую страницу. Раздел 3, параграф H. Прости. Да. Угу. Да. А теперь 10-я страница.
Как думаешь, сколько звезд в нашей галактике? Не знаю, 500 миллионов. Несколько сот миллиардов. Платон верил, что у каждой души есть звезда, на которую она возвращается после смерти, если человек жил праведно. Вы в это верите? Нет, нет, я же ученый. А Платон был философом, поэтом. Почему вы назвали комету в честь моей мамы? Если бы мои расчеты были правильными, а это вовсе не так, она бы подлетела к Земле ближе, чем любая другая комета за 200 лет. Другими словами, как и твоя мама, уникальный экземпляр. Что вы имеете в виду? Я собирался сделать ей предложение. Даже принес с собой обручальное кольцо. Но она не пришла. Такова жизнь. Доброй ночи. Уильям. Она вас любила. Ого. Я понимаю, мы только познакомились. И мне, пожалуй, лучше заткнуться. Я промолчу. Говори, что? Что случилось? Я должен это сказать. Я не представляю свою жизнь без тебя. Знаю, это последнее, что ты хотела бы сейчас услышать. Но я влюбился в тебя, Дженни. По уши. Да. Я не знаю, что сказать. Это для меня так неожиданно. Прошу, ничего не говори. Я просто хотел, чтобы ты знала. Здравствуйте. Дженни. А куда все подевались? Катя и Кики поехали на рынок, а Элис ушел на пробежку. А, ясно. Погоди, у тебя жук в волосах. О, все в порядке, это что там? Божья коровка. Говорят, они приносят удачу. Вы ее вытащили? Да. Спасибо. Передайте Элису, что я ушла на прогулку. Делла, ты в порядке? Боже. О.
Тетя Джейдж, готова? Готова, только давай скорее. Не переживай, сейчас заштопаем. Хорошо. Прошу прощения. А вы не могли бы нас сфотографировать? Конечно. Нет, нет, нет. Да. Не надо, я не. Да не ладно хочу. Тебе. Будет весело. Вот увидишь, тебе понравится. Это пустая трата пленки. Ничего подобного. Нет. Да ладно тебе. Не надо, я Три, красавица. Два, ну, один. Прошу. Я знаю. Я знаю, это ты, Адалин. Что? Твой шрам. Тот порез, который я зашивал. Пожалуйста. Не лги мне. Уильям. Я думал, что схожу с ума. Как? Как такое возможно? Я не знаю. Я была нормальной. Но однажды перестала стареть. Я так хотела рассказать тебе, но не смогла. Представляешь, что бы со мной сделали? Я бы стала... объектом. Подопытным. Да. И... поэтому ты ушла. Вот почему... ты исчезла. Ты не представляешь, как мне было больно. Но, кажется, я представляю. И ты никому не рассказывала? Нет. Но я хотела рассказать Элису. Остановись. Не убегай. Не исчезай снова, прошу. Ради Элиса. Адалина. Пожалуйста. У тебя была долгая жизнь, но ты никогда не жила. Останься ради себя, ради Элиса. Остановись, Адалин. Я не знаю, как. Не убегай, Адалин. Адалин! Адалин!
Стой, Адалин, прошу. Не делай этого. Адалин, стой. Подумай об Элисе, пожалуйста. Адалин, прошу тебя. Адалин! Элис, мне очень жаль, ничего не получится. Не могу объяснить, Дженни. Пап! Папа! Где ключи от машины? Она ушла. И уже не вернется, сынок. Что произошло? Что это значит? Папа, что ты ей сказал? Ничего. Это не объяснить. Умоляю, что она тебе сказала? Что у нее не получится. Что? Измениться. Элис. Ты ее любишь? Сейн, послушай меня. Ты любишь ее? Да. Откуда ты знаешь? Пап, я не... Это простой вопрос. Откуда ты знаешь? Без нее жизнь теряет смысл. Дорогая, прости меня, я не хотела тебя будить. Нет, я хотела сказать тебе, что... Ты права, пора остановиться. О, мама. Дорогая, позвоню завтра, хорошо? Я так рада, что ты решилась. Я тебя люблю. Я тоже тебя люблю. Пока. До свидания, мама. Многое из того, что происходит на Земле, зачастую случается под воздействием Луны.
Необычный метеорит столкнулся с Луной в 1178 году. Результатом этого удара стали необычайно сильные приливы на всем побережье Тьерра-дель-Фуэго в Аргентине. Увеличение силы прилива на 23% в ту ночь привело к сильному шторму в 2000 миль от Тихоокеанского побережья, который, в свою очередь, стал причиной увеличения количества ионов в атмосфере. И впервые за 78 лет в этой части графства Сонома выпал снег. На первой стадии гипотермии тело попытается согреться при помощи судорог. Если это не поможет, оно снизит скорость кровотока до предела. Метаболизм практически остановится. Человек умирает, но не знает об этом. На последней стадии жертва вдыхает воздух лишь пару раз за минуту. Тело впадает в состояние анабиоза. В 10:07 вечера температура тела Адалин Боуман упала до 30 градусов. Ее сердце перестало биться. Ну же, дыши, давай. В конце концов, в возрасте 107 лет, Адалин Боуман по всем показателям была мертва. Ровно в 10:09 вечера парамедики приложили два электрода к груди Адалин Боуман. Они отсчитали положенные 5 секунд, прежде чем пропускать через ее тело 750 вольт электричества. Как она? Мы провели серию анализов и не обнаружили причин для беспокойства. Что весьма поразительно. Она в сознании, можно ее увидеть? Она еще очень слаба, так что, пожалуйста, недолго. Хорошо. Спасибо. Привет. Дженни. Привет. Ты как? Я знаю, почему ты сбежала. Знаешь? Это из-за того, что я сказал тебе ночью, да? Я сказал, что люблю тебя.
А ты испугалась, и мне не стоило. Иди ко мне, мне пожалуйста. Не стоило этого говорить. Я тоже тебя люблю. Я должна признаться. Что? Что? Что такое? Во-первых, меня зовут не Дженни. Сюда. Господи, что произошло? Все в порядке, небольшая авария, все хорошо, слышишь? Я чувствую себя прекрасно. Но... Это Элис. А, здравствуй. Здравствуйте. Помнишь, я рассказывала тебе про него? О, очень приятно познакомиться. Я ее бабушка. Что такое? Он знает. Наконец-то. Хотел портить вечеринку, но у меня тост. Спасибо, что пришли. Мы с Кэти очень рады, что вы смогли приехать. Для нас это очень важно. Спасибо вам, что решили отпраздновать с нами первые 40 лет совместной жизни. Когда я впервые встретил эту женщину, много лет назад, я довольно четко знал, чего хочу добиться на работе, но... Понятия не имел, чего хочу добиться как взрослый мужчина, если бы я, конечно, был взрослым. Но она целиком посвятила себя семье, этому браку и мне. Ее безграничная любовь помогла мне понять, что в жизни... Нет ничего важнее, чем быть для нее самым лучшим мужем на свете. Над этим я еще работаю. Тост за Кэти. Любовь моей жизни. Родственную душу и мать моих чудесных детей. За Кэти. Год спустя. Пошли. Вот так, хорошая девочка. Яша. Эй, ребята! Вам лучше поторопиться, а то опоздаете на празднование. Я уже 10 минут как готов. О, ты чудесно выглядишь. Благодарю. Я готова. Ого. Помоги мне с молнией. Точно не хочешь пойти с нами? Более чем. Мы с подружкой побудем здесь. Иди сюда, малышка. Иди ко мне. Люблю тебя. И я тебя. Чуть не забыла клатч. И фотоаппарат. Кто у нас милый щеночек? У нее такие длинные усы. Очень скоро.
Все хорошо? Да. Прекрасно. Как только сердце Адалин пропустило через себя импульс дефибриллятора, хромосомы ее ДНК восстановили свою пластичность, что привело к возобновлению процесса старения. Теория Уильяма была верна. Комета Делла C-1981 вернулась. На полстолетия позже, но оставив за собой яркий свет, как он и предсказывал. Режиссер Ли Толанд Кригер. Авторы сценария Джей Милс Гудло и Сальвадор Пашковиц. Продюсер Сидни Киммел. Оператор Дэвид Ланценберг. Композитор Роб Симонсон. Адалин. В ролях Блейк Лайвли, Михиль Хёсман, Кэти Бейкер, Аманда Крю, а также Харрисон Форд и Эллен Бёрстин.